Чернозобая Гагара. Среднего размера гагара, крупнее краснозобой, но заметно меньше белоклювой и полярной. В полете несколько напоминает крупную утку, но благодаря вытянутым назад ногам кажется более длинной и короткокрылой. Ареал охватывает арктическую и бореальную зоны Евразии и небольшим участком заходит на крайний запад Аляски и в Северной Америке. В гнездовое время чернозобая гагара связана с крупными и средней величины озерами. Наличие таких озер позволяет ей гнездиться в самых различных ландшафтах от тундр на севере до полупустынь и пустынных предгорий и сыкуль на юге. В горах гнездится на озерах до высоты 2300 метров над уровнем моря Алтай-Саяны. Однако оптимальные условия она находит в равнинных тундрах с богатой сетью разнообразных озер, а также лесотундры и озерной лесостепи. На пролете встречается по речным долинам, крупным озерам и на море во время зимовок, почти исключительно на прибрежных участках моря. Неполовозрелые птицы летом также держатся на море. Основная пища чернозобых гагар – мелкая и средней величины рыба, которую они добывают как на гнездовых озерах, так и улетая за ней на реки или крупные богатые рыбоозера, реже на море.